не поверите. Мы снова прилетели в аэропорт Шереметьево, и я снова попала на паспортный контроль к этой старой мамбе, которая не хотела меня выпускать в Париж, когда я летела. И не надо говорить, что у меня предвзятое отношение к работникам этого аэропорта. Нихуяшечки. Когда я дала свои документы, поступил вопрос. Ну что, ты в Украину летишь? Вот я еще раз хочу ответить не только там, но и здесь. Хуеньки. Вот, это мой профиль, я могу выражаться здесь как хочу, когда меня такие вот старые клюшки вымораживают. На самом деле, я знаю 100%, что она смотрит мой инстаграм. Вот, потому что я таких вот... Очень жаль, что на паспортном контроле перестали в левом уголку писать имя, фамилию и отчество того человека, который с вами работает. Я бы сейчас вот вдвойне прославила бы тебя, моя дорогая клюшка. Я люблю Украину, я люблю Киев, Донецк, я люблю даже Львов, это Западная Украина, где люди абсолютно на украинском языке разговаривают, хотя я считаю его бесполезным абсолютно. Вот. Но я сделала свой выбор, я живу в России и меняю документы. И люди, которые работают на таможенном контроле в аэропорту Шереметьево, должны знать, что люди, у которых есть РВП, в Украину могут не возвращаться. Поэтому пересмотрите супер. Справки о ринопластиках, винирах и прочих инъекциях они тоже могут с собой не возить. Так что, дорогой аэропорт Шереметьево, я знаю, что у вас есть свой чат в Телеграме, пересмотрите, пожалуйста, своих работ. Я знаю, что вы меня смотрите, и мое прошлое обращение неделю назад вы обсуждали. Так что работайте на совесть, выбирайте добросовестных работников, чтобы потом о вашем работе добавить. Она мне еще сегодня пыталась научить правилам этикета. Сказала, что себя так не ведут. Я вот не поняла только, где себя не ведут. Наверное, она все-таки пересмотрела «Дом 2», с которого я ушла 2 года назад. Не конфликтный человек. Просто я плачу деньги и хочу, чтобы сервис был на нормальном уровне, чтобы люди листали документы, чтобы не задавали глупых вопросов, не пытались научить меня морали и поведению, как мне нужно себя вести. Короче, старая клюшка с паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. Хочу пожелать тебе, чтобы в новом году у тебя выросли усы.